С 2016 года «Зеркало сцены» является профессиональной премией и вручается за творческие достижения в области театрального искусства в Рязанском регионе. В «Зеркале сцены» отражается лицо современного театра. Удивительно, вот сколько-то лет. Мне всегда все кажется, что все было давно. Мне почему-то все кажется, что было давно. Но, тем не менее, я так хорошо помню все спектакли, которые я видела. Я прямо глазами по мизансценам могу пересказать. Ну, как и «Гроза», например, просто все могу рассказать. И спектакль «Фауст». Профессиональный театральный критик Марина Александровна не случайно в Рязани. В составе жюри только профессионалы, не имеющие отношения к рязанским театрам, что позволяет максимально непредвзято и объективно выявить победителей в номинациях. Ранее у нас в регионе проводился областной театральный смотр «Признание», по итогам которого победителям в номинациях конкурса в течение года выплачивали стипендии. Сейчас положением о фестивале «Зеркало сцены» предусмотрено выплаты 20 премий в 19 номинациях. У нас есть 14 профессиональных номинаций и 6 специальных номинаций фестиваля. Стартовал фестиваль спектаклей на сцене музыкального театра. Следующим будет театр драмы. На суд жюри представят «Иванов» и «Я танцую как дебил». В кукольном для конкурса покажут «Синюю бороду» и «Маленькие трагедии». Когда мы выезжаем за пределы своего региона, нам очень приятно, я думаю, что коллеги все со мной согласятся, что очень большое количество наших коллег из других регионов нам по-хорошему, по-доброму завидуют, потому что знают, какова ситуация с театральным искусством в Рязани. ТЮЗ в этом году представит свои спектакли в видеоформате. В здании театра продолжается ремонт. К формату онлайн за время пандемии вроде как привыкли, это не вновь. Спектакль «Идиот» по роману Федора Михайловича Достоевского. Над этим спектаклем работала полностью практически, кроме художника по костюмам, Санкт-Петербургская постановочная группа. Зритель принимал этот спектакль чудесно. Посмотрим, что скажет об этом спектакле профессиональное жюри. И вторым спектаклем идет спектакль для подростковой публики. У нас «Море звезд Олеандр» по пьесе Марии Малухиной. Это совершенно свежая пьеса. Церемония награждения победителей состоится в воскресенье 6 ноября в Театре драмы. И это всегда яркое мероприятие, посетить которое непременно стоит.